На этой таблице с уменьшением написано, дать людям зрение, возможность исправить многие аномалии рефракции и так далее. Вот эту таблицу вам надо будет дома повесить в самом светлом углу. И сколько раз в день мимо этой таблицы без очков будете проходить, столько раз на секунду задержались, моргнули и посмотрели, какую строчку вы видите. Чем чаще будете проверять свое зрение, тем скорее ваше зрение восстановится. Кроме того, каждое утро, и пока восстанавливается зрение каждый вечер, возле этой таблицы вы будете делать комплекс упражнений по восстановлению зрения. Как он делается? Вы без очков подходите к этой таблице на такое расстояние, чтобы видеть слово «дать», а слово «людям» видеть хуже. Подойдите, пожалуйста, все таблички, первый ряд, второй. Входная позиция. Вы видите слово «дать», слово «людям» хуже. Кто-нибудь сзади не видит слово «дать»? Все видят? Если кто не видит, поближе подойдите сюда. Вы подойдите поближе сюда. Подойдите сюда поближе. Чтобы видеть слово «дать». Видите? Ну, пройдите вот сюда. Пройдите. Чтобы видели слово «дать», слово «людям» видели хуже. Ну, можно туда, в центр, пройти, так, перестали. Так. Это ваша исходная позиция. Встали, поморгали все, успокоились. Ноги на ширине плеч, руки висят. И для начала несколько медвежьих покачиваний. Начали все к окошечку. Раз, два, три, четыре. Не скачем. Раз, два, три. Все вместе четыре. Окно, стена. Окно, стена. Окно, стена. Окно, стена. И раз, два. Три, поморгали глазками, поморгали, поморгали. Четыре, и раз, два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, четыре. Грудью, лицом, глазами, к окошку, к стене. К окошку, к стене. Легко, легко. И раз, и два, и три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Остановились. Поморгали. После этого делается комплекс упражнений на улучшение мозгового кровообращения. Итак, начали все. Голову положили на плечо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А сейчас усложняем это упражнение. Смотрите. Раз и добавили. Два, три и добавили четыре. Начали. Раз и добавили. Два, три и добавили четыре. Раз и два. И три, и четыре. Поморгали. Вверх-вниз. Подняли голову вверх. Раз. Прямо два. Вниз. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Усложняем. Раз. И добавили. Два. Три. И вниз. Подбородок к пупку. Четыре. Раз. И два. И три. И четыре. И раз. И два. И три. Четыре. Поморгали. Вправо-влево. Начинаем к окошечку. Голову поворачиваем. Раз, два, три, четыре. Раз, прямо два, три, четыре. Усложняем. Раз и добавили. Два, три и добавили четыре. Раз и добавили два, три и добавили четыре. Поморгали. Вращение головой на четыре счета. При этом глаза открыты. Положили голову все на грудь. Начали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В обратную. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Встряхнулись, поморгали. Плечи. Плечи вверх подняли. Раз, на место два. Вниз потянули. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз и добавили. Два, три и четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Теперь плечи сводим вперед, при этом спина колесом. Раз, на счет два прямо, на счет три грудь колесом, плечи назад сводим, на счет четыре прямо. Начали. Плечи вперед. Раз, два. Плечи назад. Три, четыре. Спина колесом. Раз, два. Грудь колесом. Три, четыре. Усложняем. Раз и добавили. Два, три и сведли лопаточки. Четыре. Раз и добавили. Два, три и четыре. Стряхнулись, поморгали, вращение плечами. Раз, два, три, четыре и пять. Назад. Раз,
два, три, четыре и пять. Стряхнулись, поморгали. Ноги неподвижные, поворот, плечо вперед. Смотрим то на стенку, прямо на окно, потом на стену и так далее. Начали все. В ритме танца, непрерывно прям делаем. Начали. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. Раз, и два, и три, четыре. Поморгали. А теперь поворот плечо назад и смотрим через плечо строго за себя назад. Начали. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. И раз, и два, и три, четыре. Стряхнулись, поморгали. Кулачки в замочек. И скрутка назад. Ноги неподвижные. Скрутились и задержались назад. Начали. Раз. Задержались. Смотрим назад. Два. Три. Задержались. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Усложняем. Раз. И подкрутили себя. Два. Три. И локтями подкрутили. Четыре. Раз. И подкрутили руками. Два. Три. И четыре. Стряхнулись, поморгали. Наклоны в сторону. Начинаем как кошечку. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Усложняем. Раз. И добавили два. Три. И добавили четыре. Раз. И два. И три. И четыре. Руки на пояс. Вращение тазом. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И шесть. В обратную. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Стряхнулись, поморгали. После этого, соратники, делается массаж глаз. Потерли руки до тепла, отряхнули. И начинаем тремя пальцами, круговыми движениями, двумя руками лоб. Помассировали лобик, помассировали лобик. Погладили, погладили. Тремя пальцами брови, брови тремя пальцами, помассировали бровки, помассировали, погладили, поморгали. Двумя пальцами височки, полукруговыми движениями, височки, не глаза, а височки, помассировали, быстро не надо, помассировали, погладили, поморгали. Тремя пальцами верхнюю скулу под глазами, помассировали, 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 погладили, поморгали. Указательными пальцами пазуху у ноздрей помассировали, 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 погладили, поморгали. Средними пальцами нос переносицу помассировали, нос переносицу помассировали, так, погладили, поморгали. Ухо, в конце щек перед ухом ямочку помассировали, перед ухом на конце щек ямочку, шишечку, козелочек помассировали. Отверстие ушное, ушную раковину помассировали, и за ушами мягенькое место помассировали, помассировали. И шею сзади, две мощные мышцы, идущие от спины к голове, их тоже помассировали, 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 так, поморгали. Потерли снова руки до тепла, отряхнули, и начинаем, собственно, массаж глаз. Двумя пальцами верхнее веко, глазки нажать и повибрировать вперед-назад. Нажать, повибрировать. Три раза. Нажать, повибрировать. Поморгали. Теперь средними пальцами снаружи подводим к уголкам глаз и снаружи. Нажать, повибрировать на глазик. Нажать, повибрировать. Нажать, повибрировать. Поморгали. Теперь двумя пальцами нижнее веко, снизу глазик вдавили, нажать и повибрировать, нажать, повибрировать, нажать, повибрировать. Поморгали. Теперь средними пальцами изнутри, от переносицы, прямо на глазик накладываем и глазик помяли, повибрировали, поморгали. Теперь четырьмя пальцами защипываем оба глазика и помяли, помяли, повибрировали. Так, поулучшали кровоснабжение. Поморгали. Теперь указательным пальцем правой руки на правом глазу астигматичную точечку нажали, повибрировали. Представьте, глаз пластилиновый, и в эту сторону он неправильной шишкой выдался. И вам надо нажать, повибрировать. Тереть не надо глаза. Вы трете глаза, нажать, повибрировать. А не тереть. Тереть, и заболит глазик. Вторым глазом астигматичную точечку повибрировали.
Поморгали. И, наконец, глазки зажмурили крепко, в сторону раз – китайские. Зажмурили вверх, зажмурили вниз – китайские. Поморгали. После этого сарайтуги делается комплекс. Подайте мне, пожалуйста, треногу вот. Да вот, такой сарайтуг. После этого сарайтуги делается комплекс упражнений на подвижность глаз, которые называются эфирные глаза. Что такое эфирные глаза? Вот у меня есть мои два глаза, я их мысленно беру руками, поворачиваю, и вот держу их на уровне своих глаз в руках. И вот у меня сейчас две пары глаз. Одни мои, а вторые воображаемые, эфирные глаза. И я сейчас этими воображаемыми глазами буду делать различные упражнения, а своими глазами следить за своими руками, вверх, вниз, вправо, влево, диагональ, по кругу крутить. И своими глазами слежу за своими руками. Понятно? Вот это упражнение называется эфирные глаза. Итак, взяли все свои глазки эфирные, поместили их на уровне своих глаз и начали все, подняли эфирные глазки вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, на место, поморгали, стряхнули напряжение с рук. Каждый смотрит на свои руки, следит за своими руками. Взяли эфирные глазки и начали вправо их скосили, влево, вправо, влево, головой не крутим, только глазами следим вправо, влево, на место, поморгали, стряхнули напряжение. Диагонали рисуем. Вот представьте, что у меня стекло вот здесь. И я беру мелом, рисую фигуры, правда? И глазами смотрю, как у меня эти фигуры рисуются. Вот что такое эфирные глаза. Взяли эфирные глазки и начали. Диагональ вправо-вверх, потом лево-вниз, вправо-вверх, лево-вниз, вправо-вверх, лево-вниз. На свои руки все смотрят, на место, поморгали. Обратная диагональ. Лево-вверх, право-вниз, лево-вверх, право-вниз, лево-вверх. Право-низ, на место, поморгали, стряхнули напряжение. Прямоугольник рисуем эфирными глазами. Взяли наверх верхнюю, боковую вниз, нижнюю вверх. Вверх, вниз, нижнюю вверх. На место, поморгали, стряхнули напряжение. Надо стряхивать напряжение, иначе напряжение с рук на глаза может пойти. В обратную сторону прямоугольник рисуем верхнюю, боковую вниз. Нижнюю вверх, вверх, вниз, нижнюю вверх, на место, поморгали, смотрит каждый на свои руки, стряхните напряжение с рук, так. Теперь циферблат рисуем эфирными глазами, взяли эфирные глазки на 12 часов и по кругу. 3 часа, 6 часов, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12. На место. Поморгали, стряхнули напряжение. Ошибка. Некоторые рисуют не круг, а ромб. 3, 6, 9, 12. Непрерывно, по кругу. И по кругу непрерывно глазами смотрим за руками. В обратную сторону циферблат рисуем. Подняли на 12 часов, начали. 9, 6, 3, 12. Непрерывно. 9, 6, 3, 12, 9, 6, 3, 12. На место, поморгали, стряхнули напряжение. Теперь какое у нас там упражнение следующее? Кто помнит? Бантик. Взяли эфирные глазки в сторону и начали. Боковинка, диагональ. Боковинка, диагональ. Рисуем бантик. Боковинка, диагональ. Смотрим на свои руки. Диагональ. На место. Поморгали. Каждый смотрит не на мои руки, а на свои руки. Следующее упражнение. Раскручиваем эфирными глазами спираль. Взяли эфирные глазки и начали. Рисуем маленький круг. Раз. Смотрим на свои руки. Чуть побольше круг рисуем. Два. Третий круг еще больше рисуем. Три. И четвертый круг на вытянутых руках рисуем. Четыре. Ушли эфирные глазки. На место их, а то там и останутся. На место поставили, поморгали, поморгали. А теперь закручиваем спираль эфирными глазками. Взяли эфирные глазки вниз в сторону. На вытянутых руках большой круг. Раз. Второй круг поменьше. Два.
третий круг еще меньше, 3, и четвертый круг маленький, 4. На место эфирные глазки, поморгали, поморгали. Почему всякий раз ставим эфирные глаза на место? Потому что есть опасность. Вы их увели далеко, а потом надо будет резко в какую-то другую сторону посмотреть, у вас резко рывок глазами, можете повредить мышцы. А так всякий раз ставим на место и уже с места начинаем или снова заниматься. А сейчас, соратники, мы с вами не веревку наматываем на горизонтальную стеклянную трубу, а мы наматываем 5 витков эфирные глаза на эту трубу. И свои глаза пытаемся на эту трубу намотать. Понятно? Взяли все эфирные глазки в сторону и начали. Раз, виток намотали на трубу. 2, перед собой 3, дальше 4 и 5. Сматываем. Раз, виток. 2, перед собой 3, 4 и 5. На место. Поморгали. А сейчас мы с вами наматываем 5 витков не веревки, на вертикальную стеклянную трубу наматываем эфирные глаза. И свои пытаемся глаза на эту трубу намотать. Взяли эфирные глазки, на пол положили, вниз и начали. Раз, виточек. На уровне груди 2, на уровне носа 3, на уровне волос 4 и выше головы 5. Сматываем. Раз, виточек. На уровне волос 2, на уровне носа 3. На уровне груди 4. И на пол положили 5. Поморгали. Поморгали. Стряхнули напряжение с рук. А сейчас змея синусоида или волна. Взяли эфирные глазки в сторону и с хвоста. Вверх, вниз. Вверх, вниз. На свои руки смотрим. Вверх, вниз. Вверх и вниз. Голова. И назад. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх. Вниз, вверх и хвост. На место. Поморгали. А сейчас мы с вами наматываем эфирные глаза на глобус стеклянный. И свои глаза стараемся на глобус по экватору намотать. Но есть одна особенность. Соратники, которые близорукие, кто близорукий, поднимите руки. Вам надо наматывать эфирные глаза на большой глобус. Вот на такой здоровый глобус, как здоровый арбуз. Потому что вам свои глаза надо оттащить как можно дальше. Правда? А соратники все дальнозоркие, у кого плоский глаз, они наматывают эфирные глаза на маленький глобус возле самого носа, вот такой. Потому что дальнозорким надо подтащить как можно ближе свои глаза. В этом, кстати, и разница. Все упражнения близорукие делают на вытянутых руках. Вверх, вниз, вправо, влево. То есть как можно шире и дальше. А все дальнозоркие делают все эти упражнения возле носа. Вверх, вниз, вправо, влево, прямоугольничек, циферблатик. Потому что надо подтянуть, еще раз говорю, дальнозорким глаза как можно ближе. Вот тут вот разница между близорукими и дальнозоркими. Итак, наматываем эфирные глаза на глобус. Взяли эфирные глазки, начали. Раз виточек, два виточек, 3, 4, 5. И 6. На место. Поморгали. В обратную сторону. Раз. 2, 3, 4, 5 и 6. На место. Поморгали. Стряхнули напряжение. А теперь обратили внимание, там в упражнениях с пальцами упражнения. Видели? Вот это вот упражнение как раз с эфирными глазами. И сейчас в разнобой делаем. Правый глаз смотрит за правой рукой, а левой рукой за левой. Левый глаз за левой рукой. Понятно? То есть смотрим. Взяли все эфирные глазки и начали. Правый эфирный глаз вверх, левый вниз. Оп! И на место. А теперь левый вверх, правый вниз. На место. Раз. И два. И три. И четыре. И раз. И два. И три. И четыре. На место. Поморгали, стряхнули напряжение. Далеко здесь не надо. Сантиметров на 15, чтобы все-таки глаза сумели развестись. Взяли эфирные глазки, к носу свели раз, до уровня ушей развели два. Свели, развели, правым смотрим на правый глаз, на левую руку, левым глазом на левую руку. Свели, развели, свели, развели. На место. Поморгали. Чувствуете, напряжение пошло на глаза? Очень мощное упражнение, эфирные глаза. Сейчас по диагонали растягиваем эфирные глаза. Взяли эфирные глазки и по диагонали раз, и на место. Два, и на место. И раз, и два, и три,
Четыре на место, поморгали. А сейчас вращение эфирными глазами. Взяли все эфирные глазки, к носу их свели и рисуем круги медленно. Раз, два, три, круги рисуем. Четыре, правым глазом смотрим на правую руку, левым на левую. Пять и шесть на место, поморгали, стряхнули напряжение. В обратную сторону круги рисуем, свели к носу. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. На место, поморгали, стряхнули напряжение. А сейчас эти упражнения делают только дальнозоркие, у кого плоские глаза. Кто дальнозоркий, поднимите руки. Близорукие посмотрят, они эти упражнения не делают, только дальнозоркие. Называется это упражнение «Полировка глазами». У дальнозорких очень слабые косые мышцы, и вот этими полировочными движениями мы их тренируем. Итак, дальнозоркие взяли эфирные глазки, нарисовали прямоугольник. Раз, два, три. Дальнозоркие только, вы близорукие, четыре. А теперь представьте, что у вас два тампона в руках полировали. И медленно вот так вот полируем стеночки. И смотрим за своими руками, и глазами также вращаем, полируем. Полируем, полируем стенки прямоугольника. Не на меня смотрим, а смотрим на свои руки. Свои руки, как они полируют. Смотрим, смотрим, смотрим. На место, поморгали. А теперь в обратную сторону прямоугольник нарисовали. Раз, два, три, четыре. Полируем в обратную сторону. Полируем, 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 полируем. Полируем на место, поморгали, стряхнули напряжение. А сейчас дальнозоркие сделали 10 быстрых циферблатов по часовой стрелке, а потом 10 против часовой. Причем крутим руками с такой скоростью, чтобы глаза не оторвались от рук. Дальнозоркие взяли эфирные глазки, подняли на 12 часов и начали циферблат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И 10 на место, поморгали, стряхнули напряжение, в обратную сторону циферблат. Раз, только дальнозорки, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и 10 на место, поморгали, стряхнули напряжение. А сейчас все потерли руки до тепла и сделали пальминг стоя. Он делается, сложили ладошки домиком, надели на глаза, голову слегка наклонили вниз и локти уперли себе в грудь. Локти уперли все себе в грудь, ноги на ширине плеч. И тихонько покачиваемся с ноги на ногу, делаем медвежье покачивание. Широко не надо ноги расставлять, на уровне, на ширине плеч ноги. И тихонько покачались, дали отдых, расслабление своим глазкам. Все подумали о чем-то добром, хорошем, приятном. Представили что-то темное, черное. Сейчас все остановились, у всех глаза закрыты, ладошки на носу, никто не снимает. Все под ладошками глазки тихонько зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли. И все носом на доске написали «Дать людям зрение» печатными буквами, носом с закрытыми глазами. Представьте, на носу кисточка, и вы пишете этой кисточкой большими буквами «Дать людям зрение» печатными буквами, с закрытыми глазами. Это, кстати, упражнение по методу Бейтса. Оно развивает у человека воображение и зрение. Так, а сейчас глазки промокнули, тереть их не надо. Промокнули, как дети, вздохнули глубоко, выдохнули и открываем глаза, быстро-быстро моргая. Поморгали, 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 поморгали. После этого, соратники, делается упражнение «Большие повороты». Маргарет Корбетт рекомендует 70-100 штук. При этом это упражнение надо совместить с соляризацией глаз. Либо на окне, либо на балкон вышли на восходящем, заходящем солнышке, либо зажгли лампу.
И вот сейчас все повернитесь ко мне спиной на эту лампу. Вот это у нас будет солнышко, на котором мы будем делать соляризацию. Чуть растеропьтесь, чтобы каждому была видна лампа. Ноги на ширине плеч. И сейчас все вместе, грудью, лицом, глазами, повернулись все к окошечку. И раз к стене, и два. И три, смотрим то на окно, то на стену. Раз, и два. И три, и четыре. Большие повороты делаем. Раз, и два. И три, и четыре. И раз, и два. И три, и четыре. И раз, то смотрим на окно, то на стену. Четыре. И раз, и два. Грудью, лицом, глазами. Смотрим на окно, смотрим на стену. На окно, на стену. На окно, на стену. И раз, и два. И три, и четыре. И раз, и два, и три, и четыре. Наш любимый школьный вальс. Забиваем, крутимся, крутимся. Крутимся. И три, и четыре. Давно друзья веселые простились мы со школою, но каждый год мы вскоре приходим к вам. Саду берет с кисленами, встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками, с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь дети класса кроме нам, и здесь мы слово Родина впервые прочитали по слогам. Ну ничего, ничего. Посмотрим, как завтра на голодный желудок запоемки. Повернулись все сюда ко мне. Потерли руки до тепла, еще раз сделали память. После соляризации надо делать память. Потерли руки, сделали память. Обратите внимание, перед глазами вот такие, знаете, точки, видите? Вот это вот от соляризации. И вот сейчас надо успокоиться с ноги, надо глубоко качаться, локти у всех упираются в грудь. Представили все что-то однородно темное, черное. Мы пришли на прекрасный спектакль. Перед нами черный-черный бархатный занавес. Он такой темный-темный-черный-черный. И вот звенит третий звонок, гаснет свет, а он все темнее, чернее. Ну и сейчас все вспомнили о чем-то добром, хорошем, приятном в вашей жизни. Приятную встречу, приятное путешествие, доброе дело, которое вы делаете людям. Приятное воспоминание расслабляет психику, мышцы, мышцы лица, мышцы глаз. А расслабление даст отличное зрение глазам. Это основа метода Бейтса – расслабление. А потом уже тренировка ослабленных глазодвигательных мышц. А сейчас все остановились. У всех ладошки на носу, глаза закрыты, выпрямились. Все под ладошками глазки слегка зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили, зажмурили, ослабили. У всех глаза закрыты, ладошки сняли и написали носом еще раз «Дать людям зрение». Печатными буквами «Дать людям зрение». Головой шевелим при этом, пишем шевелим, как будто кисточка на носу. Так, а сейчас глазки тихонько промокнули, тереть их не надо. Промокнули тихонечко, вздохнули глубоко, выдохнули, не открываем глаза, быстро-быстро моргаем. Поморгали, поморгали, поморгали. И сейчас заключительная часть наших этих упражнений называется «Медвежье покачивание с раскачиванием слов». Что мы делаем? Смотрите, когда мы качнулись влево, я моргнул, посмотрел слева от слова «дать». Когда качнулся вправо, справа от слова «дать», то слева, то справа, то слева, то справа, то слева, то справа. А пока я лечу с ноги на ногу, успеваю еще три раза моргнуть. Потом слово «людям» качаю, то слева, то справа, то слева, то справа.
Вот эта половина на этом плакате качает, а та половина на том. Понятно? Итак, все приготовились, ноги нашли на плечи, поморгали, успокоились и начали, к окошечку начали, и раз, и два, и три, четыре. Поморгали глазками, раз, два, три, четыре. Качаем слово «дать». Слева, справа. Слева моргаем, 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 легко, легко моргаем. Слева, справа. Слева, справа. Поморгали, поморгали. Справа, слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Вторую строчку качаем. Слово «любим». Слева, справа. Слева, справа. Моргаем, 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 моргаем. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Третью строчку качаем. Слово «зрение». Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Моргаем, моргаем, моргаем. Слева, справа. Четвертую строчку качаем. Слово «возможность». Слева, справа. Пусть вы ее не видите. Ничего страшного. Она длинная строчка, четвертая. Можно качать то, чего не видишь. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Обратите внимание, при моргании вдруг проскочит буква О, буква В. Вот в момент моргания расслабляются мышцы, и глазки действительно видят. Слева, справа. Слева, справа. Моргаем, моргаем. Слева, справа. Слева, справа. Вторую строчку качаем. Слово «людям». Слева, справа. Слева, справа. Не гнемся, прямое тело с ноги на ногу, перекатываемся. Справа. Слева, справа. Слева, пяточку поднимаем. Слева, справа. Слово «дать» качаем. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Слева, справа. Остановились все, поморгали, успокоились. А сейчас все мне за руки сделали тихонечко китайские глазки и прочитали несколько строк на табличке. Близорукие сделали и прочитали. Прочитали несколько строчек на табличке с этого места, так? Прочитали. Так, поморгали. А теперь давайте астигматичные точки поищем еще раз. Все закрыли левый глаз ладошкой. Правым глазом все смотрят на табличку. И нажимаем. Снизу тихонько прижали, посмотрели. Снизу сбоку. Сбоку прижали, посмотрели. И нашли точку, на которую нажмете вы. Прямо на глазик жмем. Прямо на сам глазик. Глаз открыт. И открытый жмем на него. И открытый жмем. Смотрим. И вот мы нажмем и сразу видим намного лучше. Можно еще на одну строчку ниже буквы увидеть, да? Так, посмотрели, поморгали. И второй глазик посмотрели, где на левом глазу астигматичная точечка. Тоже ее прижали и посмотрели, какую строчку вы видите. Так. Ладошкой закрываем один, там глаз ладошкой. Вторым смотрим, да. Вот все. Увидели? Да. Хорошо, не надо.